Да, я считаю, что, ну, в принципе, эту идею практически придумали мы еще примерно полгода назад во время химкинской избирательной кампании, например. Да? Конечно, нужно заранее продавать гастарбайтерам вексель, например. Мы же в Москве это планировали сделать по-другому, например. Да? Мы планировали в Москве организовать МЧС трудоармию, да, где сама МЧСовская эта структура сможет по 3 доллара покупать самих гастарбайтеров в Таджикистане, в Узбекистане, там, в других так сказать, странах и республиках, например. Они должны приезжать сюда в опломбированных вагонах. Здесь их должны были на месте чипировать, забирать паспорта и выдавать карточки, например. И, соответственно, это должна быть воинская структура. В 7 утра подъем, например, сели на автобус, приехали в место дислокации, где идет стройка. Отработали вахту, сели в автобус, уехали в свой концлагерь, например, чтобы не появлялись на улицах и тем самым не разжигали национальную вражду на улицах Москвы и других городов.